Заезд под кирпич не единственное нарушение, которое регулярно фиксируют на дорогах региона, да и вообще хамство присуще не только автомобилистам. Доказательства в нашей очередной видеоподборке. Умеют удивлять и заставляют нервничать. С этим мастерски справляются пешеходы региона. Усть-Илимск водитель едет по правилам. Впереди появляется мужчина, который перебегает дорогу вне пешеходного перехода. На середине пути, видимо, муки совести заставляют его повернуть обратно. На то, чтобы посмотреть по сторонам, времени нет. Как итог, больничная койка и хороший урок. Преподнести урок пришлось еще одному жителю области, который на велосипеде решил проехать по федеральной трассе. Сколько лет мальчику и что он делает на дороге, удалось выяснить позже. Оказывается, так он играл. После профилактической беседы с сотрудниками полиции юный нарушитель был отпущен домой, где он наверняка не один вечер провел, стоя в углу. Практически загнали в угол велосипедиста на этом видео. Очевидно, автохам напрочь забыл, что человек на двухколесном транспорте – полноценный участник дорожного движения. Позор ему и штраф в размере 1500 рублей. Если и вы стали свидетелем хамства на дорогах региона, присылайте нам свои видео.